Святой Мефодий родился на Сицилии в IX веке и происходил из богатой семьи. Однако избрал он для себя жизнь духовно богатую и еще молодым принял постриг в монастыре на острове Хиос. В царствовании Льва Армянина Мефодий занимал высокую должность при патриархе Никифоре. Тогда же император отверг почитание святых икон, обозвав поклонение ликам святых идолопоклонством. А патриарха, пытающегося отстоять чистоту православия, сослал в ссылку безвозвратную. Мефодия не было в то время в Константинополе. А когда вернулся он, стал с той же ревностью, что и учитель его, противостоять иконоборческой ереси. Несколько раз святого томили в заточении, и Лев Армянин, и новый император Феофил даже пыткам предавали. Но Мефодий предпочитал лучше страдать, но бороться за иконопочитание, за истинное православие, чем признать волю глупцов. Спасение для всех почитателей святых икон пришло с воцарением на трон царицы Феодоры, которая первым делом освободила всех, кого преследовали иконоборцы. А Мефодий был избран константинопольским патриархом. Святитель созвал собор, на котором было восстановлено иконопочитание, и повелел отныне и каждый год первое воскресенье Великого Поста праздновать торжество православия. Много славных и богоугодных дел для церкви и страны свершил святитель Мефодий на своем поприще и мирно скончался в 846 году. «27 июня. День памяти святителя Мефодия, патриарха Константинопольского».